Citroën не стал ходить вокруг да около и сразу показал фотографии нового поколения C4, хотя полноценная премьера семейства состоится только 30 июня. Благодаря снимкам мы знаем, что французы решили не делать обычную легковушку, а скрестили хэтчбэк и кроссовер. Также объявлено, что модель сразу выйдет и чисто в электрической версии. Еще одна новость касается подвески. Вместо резиновых демпферов использованы гидравлические ограничители хода сжатия. Других подробностей придется подождать пару недель. По словам российского офиса марки, у нас неплохие шансы на появление этой машины. Для корейской компании SsangYong наступают темные времена. Напомним, в начале 2011 года большую часть акций выкупил индийский концерн Mahindra, и долгое время все шло неплохо. Но сейчас марка показывает серьезные убытки, а поставки машин на экспорт сократились до минимума. Из России SsangYong окончательно ушел год назад, поэтому Mahindra планирует продать часть акций. А солидному клиенту индийцы готовы отдать компанию целиком. Впрочем, вероятен и другой расклад. Корейский актив малоинтересен кому бы то ни было, и, скорее всего, марка SsangYong вскоре прекратит свое существование. Tesla провела очередную модернизацию модели S, и теперь паспортный пробег на одной зарядке превысил 400 миль по американскому стандарту EPA. Тяговая батарея емкостью 100 кВт-часов осталась прежней. Зато S-ки достались облегченные каркасы сидений, корпус аккумулятора и элементы подвески. Все это взяли от младшей модели 3. Также нарастить дальнобойность помогли колеса со сниженным сопротивлением качению и улучшенной аэродинамикой. Вдобавок доработаны электромоторы и редуктор, плюс изменено управление рекуперацией. Вот так, с миру по нитке, Тесли на 400 миль пробега. В Америке без учета субсидий машина стоит 75 тысяч долларов. Остальные версии модели S, за исключением экстремально быстрой перформанс, уже давно исключены из гаммы. По большому счету, 8-летнему ветерану электромобильного движения пора собираться на пенсию. Но, видимо, американская марка хочет вначале дождаться нового поколения аккумуляторов.